Ня! Ичи Ниссан! Ня! Аригато! Пацаны, всем здорово! У нас начинается Russian Major League сезон 6. С вами, как всегда, Виспертус, Ризи, и мы врываемся к вам. Разбираться, тем временем разбираются. А вот это может быть ошибка Паши просто. АФК стоит, смотрит в это подбитие. Да ты никогда в жизни не угадаешь! Ну, конечно, ну как это угадать можно? Там даже не видно этого. ПТГ прикрывает и снизу. Дробовичков, не потому! Да ладно! Шепард! Ты просто гений клатча! 1-4 в такой ситуации! Я не буду комментировать Russian Clubhouse. Все, давайте, пока. Ну, вот так вот. Да, к сожалению, останусь я тут один. Покомментирую для вас этот клуб. Но на самом деле я тоже хочу уехать отсюда вам. 11-й момент. Так, сижечка пошла. Может, да, кстати говоря, найти свою цель? Да! Шкура! Ты шо? Кого? Ты куда? Минус, хорошо, можно попробовать что-то сделать. Каячок, красавчик ты мой! Просто Аимер от боженьки! Вообще, с ума сойти! Нет, высылай! Кто там сказал? Мою ответственность! Давай сюда! Давай сюда! Вот, вот, вот! И смотрите, когда Ремей выигрывает радостно, крикает красиво! Получается, только рюмка энергетика на столе. Там все прозабирают всех их троих, и что настреливает последнего Хангри. Смэша надо как-то переселиваться с одним, со вторым. Смэшик, братик, минус 4. Вот это клатч. И... Да, знаю, что да, на Африку залезал. Господи, нет. Неплохое, но здесь скутер, бэксайте. Опять разбирается с двумя. Да как он вообще это делает каждый раз? Сбили. Разбирается с камерой маэстро. Мелон устанавливает деактиватор. Шепард просто в наглую побежал. Скутер с нужной стороны подбегает. Шок просто увалили деактиватор. И не получается установить его пэта. 7-5 для имперцев. Они в итоге выигрывают этот гранд-финал. Чистейший 3-0. Пока. Ребята, победа. Ребята, ура, ура. Дядя! Все. Это получилось. Ребята, которые сегодня не выходят в эфир, да, зона всем своим телом и душой. Я вот на минуте от. Ну ты просто купи интернет себе получше. Ты интернет себе получше, купи ты. Мой интернет будешь, да? Вот, вот, все. Все, иди отсюда. Изи. Все, мой интернет победил. Легко. Побежденный. Все. Это давай отсюда. Томатомика, скажите, тоже забирает для себя Мунлайта. Еще Максвелла. Вот тут неплохой. Тут отгой еще. Минус по нонгейму. Со своей стороны. Ну там пошел ретейк вверх. Флайерс минус еще раз. И кто-то заставляет деактиватор. Но здесь сверху Паша сбивает этот момент. В итоге остается Флайерс один. Не знает, что не дропнулся в этом моменте. Паша, и какой же раунд красава. Паша вытаскивает. Если бы Паша сейчас не пошел годом. Надеюсь, что в следующем году как-то мы побольше будем ходиться на улице, потому что этот совсем нас не порадовал. Ну и я думаю, что для ремей будет довольно неплохой следующий год с новым составом и с новыми дисциплинами. Это все будет очень даже неплохо. Следите за нами, спасибо, что подписаны, рассказывайте о нас друзьям и им тоже. Всего хорошего.